огненная кожа. Вайс кит крутанул и забрал ножик. Вайс кит новые перчатки не поношены. Золотый калаш не тянет мою ношу. Fire skin, fire skin, fire skin, fire skin. И всем привет, дорогие друзья, вы на канале Pell Channel. Сейчас со мной Байло, поздоровайся. Привет всем. И мы делаем сейчас очень важное видео. Байло будет засовывать 10 предметов в контракт и получит какое-нибудь говно. Я в этом уверен. Вот, всем весь мой ширпотреб, который здесь есть, и сейчас я его засуну в контракт. Давайте начнем. У него 5 скинов останется после этого. Точнее, 6. Ему какое-нибудь говно дадут, с которым он даже бегать не будет и продать не сможет. Потому что у него нулевой уровень Steam. Да посрать. Фана же делаем все-таки. И последний предмет, ну я не знаю, вот этот тогда уж. Голубую жопу засунь. Нет, я люблю этот скин. Готов? Да. Что за говноед? Заново. По фану уже делаем, успокойся, нормально все будет. Сейчас как засунем и выведем Dragon Lore. Да-да-да. Готов? Да, готов. Змеиное дерьмо. Охренеть, поздравляю тебя, Дима. Он 5 копеек стоит. Что за говно? Дурак, дурной дебил. Сколько у тебя скинов осталось? Посчитай. 6. У меня еще на том аккаунте 5 где-то есть. Ну, я перекину всех. Данил, чисто по фану, успокойся, нормально. Чисто по фану. Ребят, ну за это однозначно ставим лайк, за такой годный дроп от Габена. Ставим лайк. Подписывайся на мой канал, подписывайся на канал Байло, ссылка на него будет в комментариях. Да-да-да, после полевых испытаний неплохо. Ставим лайки на это видео, подписываемся, ой, уже сказал. Короче, ждите новых видео, где-то через 5 лет будет еще одно видео. Всем удачи, ребят, и всем пока. Пока, ребята. И, кстати, голубая хвост стоит 46 центов теперь уже. А раньше...